Всем привет! Давай погоняем в игрушку под названием «Слои страха, часть вторая». Не знаю, насколько тут страшный этот хоррор, потому что я в первую не играл. Так что я тут не знаю, чего ожидать. И насколько тут много будет этих скримеров. Но по сюжету тут вообще что-то темный лес. Мы играем за какую-то кинозвезду, которая находится на корабле. И у них тут якобы какие-то съемки идут. В общем, как-то так. Стоит у меня программа еще. Виртуальный звук вокруг. Так сказать, 7.1 для наушников. Для полного погружения в игру. Если звук будет сзади, то он будет в наушниках слышаться как сзади. Это будет отчетливо понятно. Так что будет, кто будет смотреть, рекомендую смотреть в наушниках. Хотя и можно в колонках смотреть через колонки. Давай посмотрим, что тут есть в настройках. В настройках самый минимум стоит разрешение сглаживания. Тут кое-что еще. Размытие САО СССР. Это я тут отключил для более плавной игры, потому что что-то оно отжирает до хрена. Плюс тени еще сильно отжирают. Непонятно, что тут отжирать. Коридоры. Не знаю, в общем, как-то так. Поехали! Тут какая-то декорация. Сцена. Корабль. Тонет. Волны. Корабль, конечно, тонет. Все бежит, все течет. Ага. Сейчас утонет нахер. Есть кто? Правая кнопка. Приближать. Жуткие картины. Дом на дереве. Монстры. Вы где? Там что-то есть. Как будто кто-то ходит. Или что-то работает. Или ни хрена непонятно. Нажмите переместить, чтобы открыть дверь. А, это якобы с удержанием мыши. Зажать и открыть дверь. Я хочу картину открыть. Ага, вон она как. Симулятор открывания дверей. Хочешь по чуть-чуть? Хочешь по многому? Ну ладно. Тут корабль тонет, сейчас тут нормально. Как жаль. Почти получилось. Что тут? Загрузка.
спи, ты сыграешь свою роль, ты не будешь спать. Сон — жалкое оправдание, как и ты. Все приготовления сделаны, твои игрушки наверху. Время не ждет, даже актеров. Также не трать наши с тобой минуты. Играй. Начинай играть свою роль, якобы. О, таблетка. Чё там? Я что-то нашел. Проверка, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Давай, крути. Ну и хрена. Раз, два, раз, два. А нахрена взаимодействовать с вещами, если они тут не берутся и ничего не делают? Записка. Угу, ну пробел, перевод. Значит, надеюсь, все хорошо. Не забывай, о чем мы говорили, и сосредоточься на том, чтобы уменьшить. Чтобы сосредоточиться на том, что ты умеешь, лучше всего отступать в свое особое место. Куда они тут хотят, чтобы я тут шел? Найди себе мотивацию, создай персонажа по вере. А на того стоит, я буду тебе писать. Счастливого пути, твой друг. Создай персонажа. Собрать воедино воспоминания, грезы, страхи. Готовится к главной роли. Чё за херня? Корабль горит. Рекординг. А фонарик-то есть? Туалет. На, ручку до конца держать. Симулятор открывания дверей и симулятор от поворота рычажков. Сейчас тут воду открою и все затопит. А, да он не так уже тонет корабль. Там наверх. Тут чё? Всё тут пошевелить, потрогать. А так картинка пропадает. Чик. Ну-ка, давай ещё раз. Опа! Ну и чё? Сон. Это все снится. Бинокль. Закат. А тут на кнопку увеличить можно. Сейчас такой смотришь, смотришь, и тут башка какая-нибудь вылазит. И пугает. Ну и рожа висит, башка чья-то. Номер 1408. Вы тут сделаете GPS, куда идти? Чё за херня, чё делать? Создание персонажа. Подготовиться и исследовать, кто я где. Вот это да.
Кто и где? Действительно. Все зеркала замазали. Пуленка. Посмотреть кино. Она же наступает, пора одному сыграть множество ролей. Он наблюдает за другими, а другие за ним. Он должен соответствовать. С достоинством пройти сквозь несуществующие миры. Он надевает маски и приспосабливается к ним. Каждая маска — отдельный персонаж, каждый персонаж — новый слой. Один слой накладывается на другой вместе, и они зовут его. Он должен создать персонаж, который суждено сыграть. Или окончательно потерять себя. Он погружен в пучину, загнан в угол, жизнями которые не проживал. Что он там сделал? Но он не сломлен и стоит на сцене, где каждый должен сыграть свою роль. Его роль печальна. Ни хрена не понятно. Дайте фонарик. Хоррор без фонариков. Вы чё? Такого не бывает. Ну, графони-то нормально тут прикрутили. Не знаю, вроде тут делать не хрен. Опа. Что за фокус? Почему я вылез с другой стороны? Глубоко уважаемый путешественник, по распоряжению режиссера, всем пассажирам и членам экипажа воспрещен вход в данный отсек корабля. Желаем вам приятного дня. Икарус Трансатлантик. Трансатлантик. Блин. Язык вывернешь. Какой в данный отсек корабля запрещен? Коридор обыкновенный. Зачем дергать ручки, которые не открываются? Можно же просто тут вот не сделать иконку, что за нее подергать. Кто здесь? Что-то тут шипит. Ха. Стекло разбилось. Хе. Что за ветер? Тут все закрыто. Пианино. Редвуд. Хе-хей.
Где народ? Почему никого нету? Я никого не вижу. Так включить, так выключить. Listen, once you get Слушай, когда будешь там, просто делай свое дело. Отправляйся на съемки и создай для него персонажа. Лишь это имеет значение. Создай для него персонажа. Чё за херня? Хрен. Закрыто. Ну чем не Титаник? Самый нормальный качественный Титаник. А тут за ручку подергать? Нет, тут не, нельзя подергать. Раз. Два. А, во, ха. Ручку вторую не увидел. Кто тут есть? Почему никого нету? Хоть бы и тут один человек. Да, знаю, я тебя миллион раз слышал, как ты ненавидишь море. Но уверяю тебя, такое событие пропускать не стоит. Где съемки? Лифт. Давай проедем. Сейчас ведь застрянет. Вот там миллиметр рычаг не дожал, он не поехал. Это стоило ожидать. Давай, жми. Следующая остановка. О, там темнота. Какое тут дерево качественное. Лаком покрыто. Всех пассажиров третьего класса, прошу сюда. На этот раз провели... Богом клянусь, если опять найдем зайца, плевать, вам больше не придется. Тут темно, там темно. Везде темно. Ха! Закрыли. Тонем! Что это за башка? Непонятно. Тут дверь.
Там дверь. Миллион дверей. И чё? Чё тут происходит? Верхняя часть оторвана. Этот режиссер первым решил снять свою новую картину на борте океанского лайнера следующего через Атлантику. Детали сюжета держатся в тайне, однако надежные источники утверждают, что главную роль исполняет имя непонятно. Вероятно, это логичный выбор, учитывая блестящую карьеру множества призванных критиками ролей. Похоже, недавние тревожные слухи о личной жизни этой знаменитости режиссера не смутили. Вон, тут над стрелок приседать можно. Ах, сейчас из шкафа как выскочит. Как выпрыгнет. Чё, опять? Кто-то там закрывает двери. Хей-хей! Кто тут есть? Миллион записок. От службы безопасности, начальнику службы безопасности. На следующей неделе вступают в силу новые протоколы, вы несете личную ответственность перед компанией за их осуществление. Все охранники должны быть подготовлены к подобранному инструктажу. Как вам известно, нежелательные лица уже были замечены на борту этого судна. Мы должны сделать все, чтобы этого не повторилось. Иными словами, проезд без билета не положен. Сапоги. Ключики. Как он быстро крутится. Один оборот в секунду. Все лючки эти замазанные. Не посмотреть. Оба. Ключик подошел. Давай я закрою дверь. Еще дверь. Лично мы с ним не встречались, мало кому это доводилось. Вот откуда взялась все эти слухи, что он урод, коллега, вся эта чушь. Какой-то наняли они тут актера, сами не знают, кого наняли. Чё тут, крысы? Лампочка. И тут ничего не нажиматься. Не нажимается. Эй. Лампочка замигала. Это плохо. И
И тишина. Все тут открывает, нажимает, а ничего не берет. Во, миллион кнопок. Это какая-то тут радиоприемник какой-то. Ага. Кто там дверь открыл? Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Азбука Морзе. Ух ты. Опять телепорт. А, я похоже здесь был. Или не было. Или это просто дверь была закрыта, когда я проходил. Давай, выпрыгивай. Оп. Оп. Чё-то нашел. Грандиозное выступление. Добросовестная актерская игра. Снятие страшное. Занятие страшное. Нужна невероятная храбрость, чтобы отринуть собственное самосознание и не просто воссоздать персонаж, а стать им. Не каждый обладает таким мужеством, однако такое встречается. Вчера мне довелось лично наблюдать это явление в театре Маджестик, как известно моим постоянным читателям. Слов я на ветер не бросаю, а удовлетворить мой взыскательный вкус непросто. И тем не менее, исполнитель главной роли в той пьесе лишил меня дара речи. Игра, имя неразборчиво, поражала своим бесстрашием и была без привлечения превосходной. Человек на сцене будто исчез у меня на глазах и уступил место своему персонажу. Непонятно. Миллион записок. А эта картинка почему-то не переворачивается на обратную сторону. А здесь что? Номер какой-то тут 311 или что там. Пусто. Куда я опять телепортировался? Тут зашел, там вышел. Ничего не понятно. Ха-ха. Дверь закрылась. И тут тоже. Больше некуда. Вот закрытая по-любому. Ха, действительно. Все, что закрывается, а потом хрен откроется. Ну давай в первую. Ну конечно.
это есть. Тут дым. Блин, мне что-то сначала показалось, там кто-то сидел. Ау! Какого хрена тут? Пау, это дерьмище. А где у персонажа ноги? Тут не видно опять. Репутация у него специфическая. Как только актеров не мучают, прежде чем выпустить на площадку. Вроде это какой-то новый способ проработки персонажа. А как по мне, презентационно чуть смирись. Отказов он не принимает. Ну тут все лица замылили. У меня ну, там инвентарь как-то эту миску показывает. Я так его хрен знает, куда ее использовать. Подожди. Это же то же самое. Он слегка того. Подумаешь, не мудрено. Он ведь режиссер. Что он такого может сделать? Убьет тебя. Это тут лежало, а сейчас там лежит. Дубль новый. А теперь темно. Думаю, это все игра. Хе-хе, теперь она разбилась. Че там? Пусто. Даже проверять не буду. Она все равно закрылась. Свет, камера, мотор. И что это за какую-то херню тут закрыли? Весь мир театр, но актеры паршиво подобраны. Покрути, называется глобус. Выход есть всегда. Свет во тьме. Выход есть всегда. Можешь еще покрутить? Давай тогда обратно. Ты помнишь? Помнишь, кем тебе довелось быть, пока мир не сказал, кем нужно стать? Хм. Дыра. Крутите! Шарик! Эй, отпал! Я помогу тебе вспомнить. Какой-то актер тут сумасшедший. Многие пытались стать частью моего величайшего творения, словно был какой-то выбор. Лишь один может воплотить эту роль в жизнь. Лишь один может создать персонаж на собственных руинах. А из шкафа тут кто-нибудь выпрыгнет? Там что, камера уехала?
Я в тебя верю. Это кто сказал? Вот это корабль. Вот это корабль. И не открывался. Wake up, Mr. Hardy. Проснись, надо выбираться из этой проклятой тюрьмы, пока мы не сгнили заживо. А чё это такое? А, это вроде на глаз одевается. Оба-ба-ба! Рухнула. Крыша рухнула. Чё там? Её тоже невозможно. На обратную прокрутить. Кто здесь? Может, что на свет? На свет можете идти или что-нибудь? Хер. Больше никуда, кроме как замок открывать. Чик. Не работает. Дай видео. Во. Там цифры 5, 2, 1. Ну-ка, ну-ка, 5, 2, 1. Ну. Он сам отпал. Стоило только последнюю цифру подобрать. Назваться «Смотри по сторонам». Там сумка? Или что там? Опять тут шепчение. Мы правда отправляемся? Лилиан, зови меня капитаном Бэйнсом. Запомни это имя, квартирмейстер. Не то прогуляемся, парень. Это что, типа декорация для актера? Похоже на то. Тут поехала, тут закрутилась. Обратно уже не выключается. Сейчас он нападет. Наверное. Пока тут будешь смотреть в другую сторону. А это зачем тут?
нарисована пунктиром. А он уронить туда может. Ха. Можно остановить. А, табуретку ему туда надо. Понятно. Мимо. Это что за херня? А, попал. Прыгать тут он, персонаж, не прыгает. А, блин. Чувак, у тебя башка отпала. Ну, конечно, новая сцена. Давай. Я жду. А что там, ничего не делать не надо? Ни одной кнопочки. А нет, я что-то вижу. Эти образы воспоминания, они преследуют меня. Ты так цепляешься за них, ведь я единственное, что у тебя есть. Что-то плакат тут, эту миску какую-то. Непонятно. Похоже, корабль опять начинает тонуть. А может, это не корабль тонет, может, это кто-то хрипит. Что-то непонятно. Тут сюда показывают, потом туда-сюда. О, блин! Что-то громко. Ух ты, тут линии поменялись. Это ловушка. I'm back, Mahardy. Я вернулась домой. Нашла, где отмечен для нас путь. Ага, наверняка его оставили другие пираты, и он приведет нас в безопасную гавань. О, пачка. Сигарет. Стрелка туда, там не видно. Конечно, в дверь. Куда еще тут больше-то рулить? Блин. Я уж думал, это чья-то тень там. Опять какие-то комнаты. Такое ощущение, что я тут был. Два. А это прослушивать. В этот, в патефон вставлять.
Время и описание событий. Окончание перерыва. Последнее. Механик покидал судно по сходням. На кормовой палубе Е. Патрулирование береговой линии судна. Патрулирование зоны погрузки. Видел, что... Видел чей-то силуэт. Маленький предположительный ребенок попытался догнать, но никого не нашел. Запись введена красным. Окончание дозора. Кого-то видел? Кто-то тут есть. Давай с ноги. Все, эта дверь выпадет. Вот он, мистер Харди. Самый быстрый корабль в мире, готовый на всех парусах отправиться в край пламени. Я не вижу парусов. Нам нужно попасть на борт незаметно. Кто-то тут хочет пробраться на корабль. Во, сцена. Сцена. Там типа облака, вода. Я нашел люк. Он не открывается. И это не открывается. Лево руля. Мы плывем. Давай направо. Поворот. Сейчас въедем куда-нибудь. Давай снова. Давай сейчас налево. Нет. Больше ничего не происходит. О, теперь дверька открылась. Как она тяжелая. Еле поднял. Я застрял. Блин. Тут присесть надо было, оказывается. А то бы он почему-то не спускался. Я нашел золото. Стой, мистер Харди, слишком много тут грязных псов. Лили, я хочу домой. Убирайся, квартирмейстер. Твое сердце погрязло в сомнениях. Или охвачено пылким огнем. Ключ. А, это сейчас может тот люк откроется. Тихо. А чё, пушка выстрелила? Чё за херня? Эй! Ты тут давно сидишь? Уже в манекена? Превратился? Что происходит? Приплыли? Опять закрыто.
Ха-ха, странно, странно. Чё, обратно идти? Ну нет, похоже, ещё тут не нажал. Во. Тут обойти можно было. Куда-то пришел. Ну, хватит жужжать. Летняя работа по дереву. Выполнен заказ. Один крепкий деревянный сундук из цельного дуба, окованный железом и дополненный кожаными ремнями и ручками для переноски, и способен вместить взрослого человека. Надеемся, вас удовлетворит результат нашей работы. Эй, верните цветность. Вот, а буквы тут нарисовались. Есон. Ж. Персонаж. Во. Готовься вернуться назад. О, блин. Зараза. Охренеть. Платье какой-то испугался. Давай назад. Опять поменяли местами. А это что такое? Опять манекены. Манекен прибил манекена. Кручу, верчу. Пленку посмотреть хочу. Опа, подожди, тут схема. Нет, эта схема ничего не говорит. Надо идти вперед. Банк. Манекены куда-то ушли уже. Что это за погрузочная штуковина, тут ящики. Зажмите для бега. Чё, типа на свет не попасться? А раз написали, зажмите для бега. Значит, на свет не надо попадаться. Хватит жужжать, один оборот в секунду жужжит. 10-80-40. 10-80-40, что это значит? 80 налево, остальное направо. I know you did it. Я знаю. You killed her. Ты её убил. Truth is, на самом деле, it was her killing она me. Меня убивала медленно. Slowly. All this всё time. Это время. Уже две картины в инвентарь запихано. Десять, восемьдесят, сорок.
Это забуду все равно. Тут этот сундук закрытый. Капец. Я так и знал. Тупик? Или я что-то тут не вижу? Невидимую кнопочку. Чё я пропустил? Чё-то я пропустил. А, это открылось. Лимончик. Лимон взял в копилку. Взял лимон, и что с ним делать? Тут все равно тупик. Что такое? Куда идти? Может обратно? Интересно. Опять что-то за комната. А может какую-нибудь пленку не посмотрел? Да вроде я все посмотрел. Я не помню, что что-то тут. Схема, как выбраться, да? Тут две точки. Тара-та-та-тара-та-та. А где начало? Вот это начало. Прямо-прямо. Налево. Налево-налево. Тут потом закругление. И на выход. Все, капец, я застрял. Пленка, ты где? Надо тут, кажется, за куток поглядеть. Вот тут пипка. Тут крестик. Тут крестик. Иди туда. Капец. Надо всего-то было нажать.
рычаг. Быстрей. Мощно. Налево. Прямо. Все еще черно-белое. Так. Во. Сейф. 10-80-40. Десять. Восемьдесят. И 40. Сезам, откройся. В том краю, что мы видели, Вики, смысл цветущий берег ласкает прибой. Боли, страха, обмана и гнева не знаю. Там воспрянет мы гордо вместе с тобой. Коль живешь без оглядки и витая в мечтах, коли ты всех живущих сильной душой, коли можешь ты стоить или рушить все в прах, в руках у тебя целый мир, братец мой. Все, опять телепортировались куда-то. Новая декорация. Берег. Ху, куда-то выбрался. Ну ладно. Неплохое приключение, однако. Можно тут пока и остановиться. И продолжить уже в будущем с новым видео. А неплохие тут загадки. Даже тут куча этих моментов пугающих имеется. Неплохо, ну ладно. Но вы, как обычно, комментируйте и заходите в плейлист, если не бывали, там куча всего найдется, что поглядеть. Всем пока и до новых видео.